Виктория Осмёркина первый раз выставляется в нашем городе, но с ее творчеством саровские зрители знакомы не первый год по художественным проектам в галерее. В 2016-м она участвовала в выставке «Времена года» группы московских художников 4D. В 2017 году принимала участие в выставке, посвященной 85-летию Московского союза художников, проводила мастер-классы. На персональной выставке «Своя мелодия» в экспозиции художник представила около 60 живописных произведений, знакомящих зрителей с новыми пейзажами и натюрмортами последних лет. Мы стали тем третьим залом, который принимает ее работы, ее мелодию, да, потому что выставка так чудесно называется «Своя мелодия». Виктория Осмёркина родилась в Москве, в семье потомственных деятелей искусства. В детстве ее игрушками были кисти, краски и глина. Шанса не стать творческим человеком у мастера не было. Творчество всегда было в ее жизни. Виктория закончила художественную школу имени Серова и художественно-техническое училище. К своему стилю она пришла не сразу. Николай Петрович Крутов, посмотрев на мои работы, вот здесь как раз представлены на выставке работы моего досоюзного периода живописные, они резко отличаются по стилю. Он дал мне ключи от совершенно другого изобразительного языка. Я по своей первой профессии, я художник-витражист. А живопись – это было что-то такое для себя, сокровенное. И вдруг я поняла, что витраж и живопись можно объединить. У Виктории Осмёркиной уверенный, широкий, жесткий, цветной или черный контур становится основой плоскостного рисунка и ритмической организации холста. Этот подход напоминает структуру витража, перегородчатой эмали. Мотивы для натюрмортов, городских и дачных пейзажей Виктория находит в повседневности. Очень много полотен с изображением любимых мест. Я пишу и на пленэре, я пишу и в мастерской, я работаю и для конкретных выставочных проектов, которых теперь немало. Это труд. Это такая серьезная работа. Также художница открыла выставку «Книга художника замедления», которая расположилась на втором этаже галереи. Эта экспозиция – первый опыт в Сарове встречи зрителя с искусством каллиграфии в рамках художественной выставки. Работы созданы в арт-резиденции «Книга художника». В итоге творческого поиска появились 40 авторских книг, в которых воплотились идеи, мысли, чувства художников через цвет, пятно, шрифт, текст и искусство каллиграфии. Выставки продлятся до конца октября для лиц старше 6 лет. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.